Всем здорово, народ, с вами Урбан Фламинго, он же Без Сахара, и это следующий гайд по игре Tower of Fantasy, по руинам, точнее по сундукам в руинах Tower of Fantasy. И мы апнули с ребятами 61-62 уровни, у нас открылся данж B03, погнали рассматривать сундуки в данже B03. Значит, с чего начнем? Начнем с того, что в первой комнате сразу же вы видите сундук, который относится к изи сложности, то есть это изи чест. Самый легкий чест. Добраться до него не составит труда. С обратной стороны есть платформа. Вы просто прыгаете на вот эту движущуюся платформу. Можете открыть сразу дверь рычагом вон туда. Отсюда, значит, залезаете сюда. Понимаете, вот он первый чест. Легкий, изи чест. Продолжаем. Значит, переходя в следующую комнату, сразу же вам виднеется второй легкий сундук на изи сложности, который также легко открывается. Особо труда не составит найти эти две штуки, когда вы проходите с самого начала, то есть если с легкой сложности начинаете, то вот они два подряд идут, ничего сложного здесь нет. Дальше, пройдя в следующую комнату большую, повернув направо, вы увидите первый нормал сундук, один из нормалов. На нормал сложности он будет стоять здесь. Открываем его. Дальше идем. Отсюда вы, возможно, уже видите следующий сундук. Это хард сундук, вон там, который находится. Но не спешите туда. Спрыгнув вот сюда вниз, здесь будет еще один хард сундук. Вот он, первый хард чест. Всего у нас получается уже 4. Можете, в принципе, спрыгнуть вниз без разницы. Можете выбраться отсюда, поднявшись на трубе. Как угодно хотите. Если вдруг каким-то чудом вы еще либо забыли поставить трубу, либо ее нет, то можете просто спрыгнуть вниз наверх. Под водопадом второй хард сундук. Забираем второй хард сундук. И продолжаем. Уже 5 из 6, ничего сложного в принципе здесь нет. Проходим в комнату с боссом. Здесь убиваем босса. Выходим и слева... Второй нормал сундук, он же 6 по счету, если вы проходите данж на хард сложности. На этом все, 6 сундуков и собрали, поздравляю, проходим до конца и заканчиваем. Спасибо, что смотрели видео, подписывайтесь, поддерживайте, увидимся в следующем видео или на стримах на Трово. Всем спасибо.